Как известно, фантазии матушки природы нет предела. Очередное тому подтверждение – внешний вид одной из гусениц бабочек-слизневидок, относящихся к семейству лимакодидой. Остаться равнодушным к такой красоте просто невозможно. Личинку насекомых из отряда чешуекрылых хочется рассматривать вновь и вновь. Благодаря данной особенности обворожительное создание нарекли гусеницей клоуном. Иногда ее называют также гусеницей праздником. Гусеница-клоун интересна тем, что на сегодняшний день ученые так и не смогли определить, к какому виду она относится. Окруженная ореолом загадочности создания безобидна лишь на первый взгляд. Обилие ярких тонов сигнализирует о том, что гусеница-праздник сумеет за себя постоять. Впрочем, данное обстоятельство не мешает любоваться яркой палитрой на безопасном расстоянии. Оранжевые, желтые, зеленые и белые цвета образуют на теле интригующий узор, оповещающий врагов о неприятном вкусе потенциальной жертвы. Определить, с какой стороны у гусеницы расположена голова, довольно сложно. Сбивают с толку противников и ложные глазки, украшающие спину будущей бабочки. Они сканируют окружающий мир, убеждая тем самым хищников в том, что застать врасплох вооруженную шипами добычу им вряд ли удастся. Да и крепится она к листьям довольно крепко. Прочность сцепления с поверхностью обеспечивает подошва-присоска, эффективность которой нельзя переоценить. Шипы на теле гусеницы расположены неравномерно. Они сконцентрированы в определенных участках в форме пучков. О состоянии миниатюрного весельчака можно судить по расположению шипов. При отсутствии угрозы они плотно прижаты друг к другу и напоминают кисточки. Потревоженная особь мгновенно превращается в живую колючку. Распушенные в разные стороны шипы более всего напоминают крошечные кактусы, выросшие на пестром грунте. Мелкие ядовитые иголки – хранилище токсичной жидкости. Для человека случайный контакт со щетинившейся гусеницей клоуном может обернуться неприятным жжением кожи. Мелкие хищники после подобной встречи могут обзавестись более серьезными проблемами. К созданию, приобретшему в ходе эволюции столь грозное оружие, следует относиться с особой почтительностью. Природа не бросает на произвол судьбы находящихся на ее попечительстве живых созданий. Благодаря такой заботе не нуждающихся в маскировке гусениц клоунов можно обнаружить даже в наиболее заметных и легкодоступных местах. Понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.